В рамках 10-го международного фестиваля детско-юношеских фильмов «Ролан» гостями РАУ стали режиссер и продюсер фильма «Залив полумесяца» Марина Закарян и Аванес Галстян. В рамках этой встречи 10 ноября все присутствующие получили замечательную возможность пообщаться непосредственно с создателями картины, которая состоит из 4 новелл Уильяма Сароянна: «Сад Петрушки», «Через 3 дня после Рождества», «Охотник на фазанов» и «Залив полумесяца». «Залив полумесяца» – название города, где происходит действие фильма. Марина Закарян и Аванес Галстян подробно рассказали о процессе создания фильма, а также затронули тему качественного и некачественного кино. Есть большое кино, высокое искусство, и есть сериалы и прочее. Но даже эти сериалы должны быть на качественном уровне. Они должны быть сделаны профессионально, качественно. Они должны обманывать. И ни в коем случае это не должно предлагаться как кинематограф, потому что как только начинает телевидение рекламировать сериал, они говорят, что это не сериал, а многосерийный художественный фильм. Слоганом фильма является цитата Уильяма Сароянна: «Мне известна реальность, но я ищу лучшее». И это самое лучшее создатели картины искали на всей территории Армении. Съемки проходили в Ереване, Патагни, Гарни, Дилиджане, Цахкадзоре и других частях нашей страны. Именно это помогло передать жизнь и атмосферу утопического городка «Залив полумесяца». Кинематограф отчасти дьявольское искусство, хотя очень безумно божественное искусство, но если смотреть кинематографических гениев, скажем, того же Ларса фон Триера или Ингмара Бергмана, абсолютно божественные люди, но они как бы... Да. И поэтому Сароянн не кинематографический автор, и это не я один утверждаю, просто Сароянна очень сложно ставить. Нету хороших сароянских постановок. Кинолента была также представлена в Ереванском государственном университете. 11 ноября состоялся показ на большом экране кинотеатра «Москва».